пойми, ты либо хочешь денег, либо ты хочешь рисовать. Если ты хочешь рисовать, скорее всего, ты сможешь получить на этом деньги. Если ты хочешь только денег, скорее всего, тебе не надо идти рисовать. Я уже немного умела рисовать и очень хотела попасть в геймдев. Я искала разные школы, и мне показалось, что Scream — это наиболее удачный вариант, поэтому я пришла сюда. Моя мама до сих пор не знает, чем я занимаюсь. Ей кажется, что я рисую какие-то там картинки. Ну, нравится ребенку, нравится. Мы гуляли, рассматривали дополнительную профессию с родителями. И попался концепт-арт. Я вспомнил, что в детстве очень любил коллекционировать артбуки из разных коллекционных изданий и видеоигр. Я пришел без подготовки, никогда не рисовал. И, по сути, все, что я сейчас умею, это благодаря Скриму. 3D-рендер, композиция, цвет. У меня есть цель — это как раз устроиться в Remedy, в ту самую студию, которая меня в свое время покорила и сподвигла идти на концепт-арт. Меня всегда вдохновляли игры с самого детства, и я мечтала принимать участие в их создании. И так как я очень еще любила рисовать, я решила заняться концепт-артом. Классическая история. Я с детства любил рисовать рыцарей, там, солдатиков. В какой-то момент я понял, что мне ничего не интересно, надо рисовать. Это единственное, что мне интересно. И нашел такую нишу, как концепт-арт. И мне казалось, что это наиболее подходящий вариант. Если мы создаем игру или фильм, или даже рекламу, все начинается именно с концепт-артиста, и мне была интересна вот эта вот стезя, что ты именно тот человек, с которого все начинается. Поэтому я выбрала это направление. Да, Scream дал, конечно, все, чего мне не хватало для понимания, что такое игровая индустрия. Плюсы и минусы, все прояснилось. Scream School, конечно, если бы я учился в какой-нибудь онлайн-школе, я думаю, что этого я бы не получил такой полноты знаний. Мне очень запомнились педагоги. Каждый из них был особенным по-своему, запоминающимся. У всех были разные подходы вообще к обучению. Это было здорово. От каждого ты узнаешь что-то новое. У нас очень часто фейковая вот эта ситуация, да? Я вроде рисую, я люблю игры, наверное, я концепт-художник. Нет. Ты должен приходить в игру и хотеть ее изменить, хотеть ее дополнить, расширить. Тогда ты концепт-художник. Был в каком-то 8-м или 9-м классе, я сказал родителям, я хочу рисовать. Давайте я поступлю нормально просто, как все, ну, в рисовальное что-нибудь. Буду учиться, я готов. Они сказали, ну, дружок, а где ты был все эти 9 классов, пока мы тебя готовили на физику и математику? Лучше прожить жизнь, делая то, что тебе действительно нравится, чем сожалеть об упущенной возможности. И даже если вам 30-40, неважно сколько лет, никогда не поздно поменять свою жизнь и начать заниматься любимым делом. Мне хочется прям свое, у меня есть мысли, есть идеи и вдохновение. В общем, общаться с людьми классно, и это как раз-таки тоже выход из зоны комфорта. И неважно, там, только они по стилизации топят или там по реализму, надо все знать, я считаю. Ну, я люблю игры, я люблю рисовать, и я люблю придумывать свои всякие вселенные, штуки, персонажей. И я подумала, что эти вещи неплохо сочетаются. Как вот сейчас, вот я понимаю по своим ощущениям после защиты, то есть совсем недавно, казалось бы, были вступительные. 2 года пролетели быстро, продуктивно, не очень просто, если честно. Ну, было сложно осваивать совсем новую профессию, но в целом я доволен. Я как правильный азиат. Сначала здесь вот песочек, потом построить что-нибудь, а потом внезапно куратором. Потом мы подняли аутсорс-студию, я поработала на Darksiders. Теперь я ведущий компании 1С, King's Bounty 2, все красиво. Много людей, которые говорят, что ты, ну, думаешь не так, тебе начинаешь задаться вопросом, а что в тебе не так. Но если ты выстроишь у себя в голове последовательность, что именно это твои мысли, и ты готов за них бороться, то, мне кажется, это то, что нужно другим людям выработать в себе. Иногда то, что ты делаешь, кажется ненужным никому, кроме тебя. Но нужно слышать внутренний голос, который ведет тебя вперед, который ведет тебя делать то, что именно нравится, то, что сжигает, то, что ты можешь делать ночами, не прерываясь. Но я верю в то, что это всегда найдет своего зрителя, найдет человека, который ему это понадобится и понравится, и который в итоге отдаст тебе благодарность и свою радость от созерцания того, что ты сделал, и это будет невероятный опыт.